Итак, девятый ход. Декстеру нечего восстанавливать. Зато Аманда бросает на банковский займ. Так, перебрасываем. А, все равно надо платить. Платим $1 по процентам. Все как в жизни. Причем банк может достать даже в ином измерении. Так. Что же у нас происходит? Так, первый игрок у нас Декстер. Декстер может выйти на улицу. Так, какой физический иммунитет? Физический иммунитет. Это значит только магическое против тех, только физическое, так как у культистов магический иммунитет. Так, давайте согласно фокусу повысим скрытность. И у нас все равно останутся 4 пункта движения. Аманда попробует еще что-то купить. Или нет, или Аманда попробует добраться. Аманда, наверное, попробует добраться до Декстера, чтобы освободиться от монстров. И у нее 4 пункта движения. Это 1, 2, 3, 4. Как раз хватит. Декстер попробует убежать. Так, убегаем. А нет, от культистов не убежать, к сожалению. Ёлки-палки. Тогда Декстер остается на месте. Да, Декстер остается на месте. И тогда Аманда у нас идет сражаться с монстрами. Слонобойка одноразовая. То есть один раз заход можно использовать. Нет, тогда лучше... Сначала идет Декстер, сражается с бесформенным отродьем. Минус 1, плюс 3, это 2 кубика. Проходим проверку на мозги. Нет, не прошли. Декстер сходит с ума и получает травму. Так, депрессия. Первая улика не имеет значения. Да, тогда лучше уже улики не тратить. Так, и он оказывается в лечебнице. А теперь Аманда не будет уже сражаться. Улики подбирать тоже не особо. Подождите, раз он в лечебнице, она пойдет к нему, да. И отдаст ему все деньги. И все вещи свои. И будем ждать, пока она будет объявлена банкротом. Такая вот эксплуатация механики игры. Так, ну и Аманда вытягивает контакт в лечебнице. Так, на лечебнице. Пройдите проверку удачи минус 1. Удача у нас 4. Бросаем 3 кубика. Так, прошли. Что происходит далее? Выйдите на улицу. Так, ладно, выходим на улицу. И фаза мифа. Так, еще один мозг. И у нас наплыв. А, нет, подождите, это слух. Ага, слух, только нижние две части читаем. Так, происходит наплыв. Наплыв, это значит, у нас 3 монстра возвращаются в пул. Вытягиваем еще одного на окраину. Это древняя тварь.
И всех остальных передвигаем. Так, по белому. По белому. О, и затягивает Аманду в страну грез. Так. И эти товарищи по черному. Сюда. И сюда. Так. И на этом восьмой ход. Ой, то есть не восьмой, девятый заканчивается.